А я хочу сказать, что на самом деле самые лучшие опорные полузащитники, то есть в том качестве, когда они становятся игроками действительно мирового класса. Потому что мы знаем прекрасно, что человек, который бегает и старается отобрать мяч, и просто старается навязать всем максимум проблем, его воспитывают. Да, это не талант. Это не, сам по себе не талант, это характеристика работы. Так вот, на самом деле лучшие опорные полузащитники страшно друг на друга не похожи. И их на самом деле сложнее, чем кого бы то ни было, представлять себе в другой среде. Вот какой гол! Вот какой гол! Это Адриано. Он уже забивал подобные голы в этом сезоне. Но это Барса, это исполнительское мастерство, это присутствие отдельных личностей, которые могут вот так взять и попасть. Красавец гол, 1-1. И Бар забивает без момента. Без момента, в том-то и дело, да. Барса забивает, потому что в ней есть вот такие игроки. И действительно не понимаешь, откуда угроза придет. Но какой же удар, а? Красавец гол, конечно. И еще и Тибо Куртуа с его длинными ногами, длиннющими руками и 2 метрами роста, да? Обвести вот так вот. Ну, может быть, далековато он вышел из ворот, но поди это пойми, да? Когда мяч где-то там сбоку. Поди попади. Ну и, конечно, поди попади.